Привет, друзья. Вот интересно, я просто по запросу слов спросил там в компьютере, в поисковике, какие слова больше запрашивают люди: порно или любовь. Ну, интересно, порно, ну вообще запрашивают там миллионы, 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 а любовь в разы меньше. Ну да, ну вот как интересно все устроено в жизни, да? А хорошее на самом деле стоит дорого на самом деле. Поэтому я вам сейчас скажу, что в следующем ролике я вам расскажу, о чем надо думать, засыпая, чтобы быстро развивалась ваша личность творческая, открывался геном Творца, о чем надо думать, засыпая. Я уже в прошлом ролике говорил о том, что, ну как-то в одном из роликов, помните, у Пушкина и гений парадокса вдруг. Значит, чем больше противоречивых событий перелопачивает мозг, а это происходит, когда эти противоречия волнуют людей, которые хотят понять, как устроена жизнь. Ну, короче говоря, это будет элемент ключ 3. Я вам в следующем ролике расскажу. Элемент ключ 3, которого еще вообще никто никогда не знал во всем мире, ни в какой йоге, ни в какой медитации этого нет. О чем надо думать, засыпая? Да-да-да, чтобы быстро развиваться, как творец. Это очень интересно. Вот увидите.